За сутки три ульяновских пенсионерки инвестировали в мошенников 450 тысяч рублей. Двум из них позвонили лжесотрудники банка и попросили перевести сбережения на якобы безопасные счета. Еще одна пострадавшая пыталась увеличить свой доход, инвестируя в дочернюю фирму крупной российской нефтяной компании, информацию о которой нашла в сети интернет. Уважаемые жители региона, не совершайте финансовых операций по инструкциям, полученных по телефону от неизвестных лиц. Помните, что сотрудники банка никогда не просят по телефону клиентам сообщить конфиденциальные сведения, не предложат перевести деньги на другие счета или оформить кредит. Если вам предлагают в короткие сроки значительно увеличить заработок, играя на бирже с помощью различных программ, это стопроцентные виртуальные мошенники.